Абоненты Кирова, Ульяновска, Пензы уже включены в телекоммуникационную систему Мордовии. Новый контакт-центр, что открыли в Саранске, стал сердцем 11 поволжских регионов. По словам руководителя компании «Волготелеком» Владимира Рыбакина, при создании центра учитывалось много критериев, в том числе внедрение высоких технологий и высокий уровень обслуживания клиентов в регионе. И именно Мордовия предоставила лучшие условия для реализации проекта. Мы думаем, что в перспективе этот контакт-центр может взять часть функций по предоставлению услуг с Москвы. Открытый центр – не только уникальный проект по оказанию информационных услуг, это еще и площадка на 500 новых рабочих мест. Вакансии еще открыты. Любые рабочие места, созданные, это огромный плюс для любой территории, и тем более рабочие места, которые связаны с информационными технологиями. На рабочих местах операторов развернута мультирегиональная информационная система. Она позволяет специалисту автоматически получать необходимую для обслуживания клиента информацию. Днем и ночью без перерыва здесь дают консультации по самым разным вопросам. Это уже популярные справочные службы 09 и 059 и новые, что особенно актуально сегодня – службы технической поддержки. Чтобы решить проблему с настройками интернета, нужно всего лишь набрать бесплатный номер 068. Но бывает, какая-то проблема на линии случается, мы их оперативно решаем. Понимание между абонентом и оператором достигается почти с полуслова. Кстати, руководитель компании «Волготелеком» Владимир Рыбакин даже подчеркнул, универсальный говор жителей республики тоже стал одним из ключевых плюсов в пользу открытия контакт-центра именно в Мордовии. Юлия Лямкина, Сергей Назин, Вести Мордовия.